Всем привет! Сегодня раннее утро, и мы отправляемся в необычное место. Оно находится в 20 минутах от города Майкопа в поселке Тульском. Это озеро лотосов. Лотос с лепестками розового цвета, которое вы сейчас видели на видео, называется лотос орехоносный или индийский лотос. Я читала, что они должны приятно пахнуть, цветки, но запаха я не почувствовала. Посмотрите, размер листа какой. Вот моя ладонь. А вот это лист огромный. Здесь такие пейзажи, как будто из Джейн Эйр какой-нибудь фильма. Особенно вот этот зонтик тоже антуража добавляет. Кстати, озеро вообще не глубокое, но прозрачное. Видно рыбешек снизу. Знаете, такое романтическая прогулка получается. Особенно вот с этими зонтами вообще прелестно. Ребята, здесь еще есть кувшинки. Вот она, желтенькая, маленькая. Видите, другой цветок уже совсем. Совсем другие понятия у людей. Вот интересно, эту часть лотоса едят или едят только его корни? Я знаю, маринованные есть, в супах очень часто. Вот напишите в комментариях, кто знает, едят это или нет. Здесь есть зона мангала, можно помыть руки, холодильник даже есть в каждой беседке, поэтому либо можно прийти со своими. Мы взяли чай и орешки. Мотор. Начали. Небо просто синее-синее. Смотрите, как обвалился берег. Какая-то вот там как будто расщелина. Ребята, спасибо, что досмотрели до конца это видео, побыли этот день со мной, прочувствовали те моменты, которые я пыталась показать в видео. Еще хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, поэтому подписывайтесь на него, там больше общения.